Всем привет! Вот сейчас я еду в село Боровое. Вот это вот мостик через реку Малые Зылы. В общем, Боровской мостик называют. Тут река Малые Зылы. У меня видео много про нее, но это вот она уже место, где она впадает в реку Иня. Сейчас я по мостику пройдусь, речку сниму. Мост деревянный. Уже деревянных мостов. Да вот. Вот она река. Смотрите. Ну вот я подъехал. Как раз это Боровая. Село. Ну и как раз такой прекрасный, красивый бор. Смотрите, красота. Поэтому, наверное, Боровая называется. Сейчас заедем в деревню. Заезжаю в село. Здесь что-то улочка такая уже. Домов почти нету. Вот тоже окна зал. Здесь жилой, видать, машина вот стоит. Даже трактор. Трактор. Ну, а так вот, смотрите, улица вообще пустая. Домов нету. Вот вдалеке еще один дом. Вот здесь заброшенное что-то. Вот, видите, остатки от домов. Едем дальше сейчас. Куда-то заехал, непонятно куда. Там вдалеке, по-моему, есть. Видно река Иня. Сейчас никого не видать. Спросить бы у кого-нибудь. Спросить тоже не у кого. Вот два заброшенных дома. Можно зайти в них. Жилой. А вон там Лигская. Сейчас вот к ней подъеду. Тоже заброшенные дома. Дома кирпичные, удобные. Тут уже от них ничего не осталось. Туда даже заходить смысла нету. Ловить нечего. Ладно, сейчас едем к гидроэлектростанции. Я подъехал к электростанции. Заброшенный. Ну, я уже здесь снимал видео, конечно, уже не один раз. Но сейчас просто здесь такое, как водопад, прикольное место. Сниму его и пройдусь по мостику, поэтому по пешеходному. Вот здесь вот река Иня. Течение прям, смотрите, какое сильное. Здесь вот ступеньки.
путешествие.